Друзья, совсем скоро здесь, в Москве, в парке Горького, начнется мастер-класс по приготовлению старорусской ухи от радио «Дача». Мы, как всегда, каждый год делаем одно и то же. Мы варим 100 литров ухи, раздаем их нашим слушателям радио «Дача», радуем всех и вся. Сейчас свалилось целые 3 часа славы, потому что 3 часа мы готовили с тобой уху. Уха получилась действительно классная, потрясающая. Твои впечатления? Очень здорово. Мне очень понравилось то, что вокруг было большое количество людей. Я мог задавать вопросы и узнал какое-то общее мнение о тех или иных вопросах, которые меня интересовало. Это для меня было первый такой опыт приготовления в таком количестве. Но мой опыт, мои силы и мое время меня не подвели, и я совсем справился. Скажи, что самое сложное было, как тебе кажется? Самое сложное было, не знаю, наверное, ничего. Мне очень понравилось, было просто классно. Просто классно, и все. Вы замечательная ведущая, помощники были замечательные. Все классно, мне все понравилось. Такого, чтобы прям сложное, абсолютно ничего. Какие у тебя планы на лето? Потому что начало дачного сезона, есть ли у тебя дача? Нет, дачи, к сожалению, нет. На лето планирую работать. В августе у меня будет свадьба. И там я, наверное, буду брать отпуск и ехать отдыхать куда-то. Мы тебе желаем поскорее, конечно же, чтобы у тебя наступила свадьба и отпуск долгожданный. И обязательно встретимся в следующем году на рыбной неделе здесь, в Москве. Пожелания есть какие-то слушателям радио «Дача»? Не знаю, просто... Кайфуйте, наверное. Все должно быть здорово. Занимайтесь тем, что вам нравится. Получайте удовольствие от своей работы, от своей жизни. И просто, да, кайфуйте. Все должно быть здорово. Спасибо большое, друзья. Вот такой у нас получился мастер-класс. Все было здорово, все было отлично. А главное, ухи-то практически уже и не осталось. Впрочем, все как всегда. Каждый год одно и то же. Радио «Дача».